Друзья, очень необычное видео. Диагноз Samsung — не вращается барабан. Смотрим внимательно вот на это место. Видите? Вот. Вот эти остатки. Оборвала ремень, заклинила помпу остатками, потому что это уже обрывки, отрывки из обрывков. Сейчас постараюсь вытащить с минимальными, скажем так, потерями, чтобы она еще у меня вышла, потому что если его там сейчас оборвет, это нужно будет разбирать весь барабан, что, мягко говоря, было бы не очень здорово. Подождите, попробуем дальше. Ну, по чуть-чуть процесс идет. Вот так вот такие вещи тоже иногда попадают в стиральные машинки. О! Вот такая вот дрянь. В итоге люди попали на сливной насос, потому что это уже остатки. Попали на ремень. Вот оно. Ну и плюс вытащить посторонний предмет. Все. Все остальное у нас вращается очень хорошо. И проблем никаких нет. Теперь наша задача — поставить обратно туда тен. Кстати, тен у нас... Ух ты, кавай. Типа даже оригинальный под Samsung. Это здорово. Хоть там хороший. А, нет, подождите, там еще не все. Ну ладно, я уже это снимать не буду. Это уже у нас достается пинцетом. Ну, хотя ладно, может и сниму. Просто, знаете, очень сложно и снимать одной рукой, и пытаться там что-то... О, есть. Все, нет, чистенько получилось. Все, запаковываем все обратно и собираем. Вот такой вот был короткий ремонт с диагнозом Samsung не вращает барабан. Всем пока, счастливо.